Так, ребят, всем привет. Продолжаем выживать в The Forest. Ну-ка, давай возьми. Так, вода во фляжке закончилась. А давайте наполним. Дождик-то был же. Да, вода есть. Экономнее пить всегда из фляжки, потому что если просто вот пить, то... Видите, сколько я из фляжки забрал? Если бы я так же пил, я бы столько же. Но фляжку я могу растянуть там на 4 раза где-то. Так, убери ее. Давайте немножко заготовим. Убери ты. Так, третий. Блин, а я тут взял. Зачем я тут-то взял? Надо размножаться-то он не будет. Вот. Что-то я не понял, у меня там... А, не, все нормально. Почему? Один уже такой был. Интересно. Так, давайте еще парочку сейчас заготовим мяса. Так, иди сюда. Так, в предыдущей серии я намечал, получится у меня или нет. Думал, вот, все получилось. Я просто сделал, сейчас покажу, как я и говорил, Диана. Вот такую вот штуку поставил, на нее по два бревна тоже на край. И уже от нее получилось сцепиться. Поэтому, видите, как у меня теперь широко теперь тут стало. Во, сколько прибавится места. Неплохо. Правда, я пока еще не думал, что здесь будет. А наверху. Но расширить... Веревка нужна. Веревку мы сейчас сделаем. Вот. Так, и здесь у меня дополнительное освещение я поставил. Все, отлично. Тут как бы столовые, тут вот видите, у меня тоже мясо. Лишнее. Дождик начинается. Так, а у меня это... Лес-то не восстановился, я тут все срубил. А мне надо, по-моему, 18. Да, у меня здесь сколько... А в принципе, мне хватит. Да, мне хватит. Правда, бегать придется. Завести-то я вряд ли смогу. Давайте. А, ну тут недалеко, наверное, да? Во. Отлично.
есть. Потихонечку строится. Бревен хватит. И даже останется на маленькую стенку, наверное. Либо на стол и лавочку. Сейчас посмотрим. Ну ты что? Давай. Тоже надо будет освещение развесить здесь, чтобы освещало. О, местные пришли. Либо мешать, либо помогать. А, попался, Гаврик, ты один тут или как? О, это с факелом. Убежал. Это с факелом, гаденыш-то. Так, что-то я плохо подкрепился как-то. Надо было побольше. Ну да ладно. Есть такое дело, да? А сколько мне нужно на... Сюда 2, сюда 5. Того 7. Чего там? Хотел его выманить. И куда он убежал-то? А вон он. Двое их попалось. Слышь, Гаврик, не в того попал. Где он? Тоже попался нам? Не видно его, попался, не попался, гаденыш-то. Так, заяц, заяц. Стой. Есть. Рогатка тоже в этом деле очень хороша. Прямо идеально она выкашивает. Вон этот с луком-то. Ой, с луком. Еще один кролик. Слышь? О. Я тут. Давайте выманим его на себя. А что ж ты будешь... Дуэль. Я. Чё ты там? Гаврик, ты очень долго целишься. И это тебя подвело. Иди сюда. Очень ягоды хороши, сразу восстанавливаю. Так, тут у меня где-то зайцы. Давайте я сразу зайцев разделаю, потому что я их забуду про них. Они маленькие. Не видно их. Так, раз. Камушки я забираю. Еще один. Отлично. Так, вырубаем этих гавриков. Теннисист. Ты жив еще? Все. Отыграл он свою партию. Да, они тут все. Да не так-то его. Затяжным ударчиком. Во! Нет, это не надо. Вот зубик заберем. Все с дубинами пришли. С дубинами, с ракетками. Да, удар не прошел. Все, есть. Отлично. Как раз мне нужны будут эти.
Ты куда-то все зажарится. Птица сейчас зажарится. Нет. Должна зажариться. Бедная птица. Так. Подкреплюсь, пока тут есть возможность. Даже успею чуть-чуть собрать ягод, пока там парни греются на костре. Так, что у меня по броне? 5. Доделываю полностью броню тогда. Что я не понял, что за звук такой был? Так, черепов все. Так, сколько у меня стрел? 50, нормально. 7. Еще. Так. Идем доделывать. Скамейка есть. Остался стол. Да что ты делаешь-то? Ты же нормально был чистый. Нафига ты маскируешься сейчас? Молодец, красавчик. Сел зачем-то. Так, куда ты бревно-то делал? Выкинул куда-то. Да, но выкинул. Вот зараза-то. Давайте здесь посмотрим. Может, он вниз как-то пролетел. Нет, он попал между стенок, значит. Ладно. Мне все равно бревна не хватает одного. Так, он в между это попал, да, получается? Вот сюда куда-то, в между ряди попал он. В меж стенок куда-то, скорее всего. Непонятно, куда он делся. А может он наоборот, наверху оказался. Так, черепа исчезли. Да, черепа... Выкинь ее нафиг. Черепа исчезли. Кстати, костер-то я не поставил. Все, отлично. Так, сюда, ну, а вот оно, ну я же говорю, оно где-то куда-то наверх, видать, отскочило. Сюда еще одно. Стенку нужно 5 штук, да, доделать. Так, ну-ка, как наверху? Ну нормально, более-менее. Это что за хрень? Убери. Нормально, теперь вот такой вот просторный здесь этаж получается расширенный. Можно отсюда накидывать, если он заяц. И мне нужно еще пару деревьев.
бежим. Сейчас прибегут гаврики. Я вот уверен прямо. Что это за звук был? Что это за звуки такие сейчас? Как будто деревья, что ли, так? Трещали, звук какой-то, как будто, блин. Так, мне по-хорошему еще одно дерево бы срубить. И будет прямо отлично. 8 штук. 8 штук мне нужно как раз. Даже меньше. 7 штук мне нужно. На стенку 5 и 2. На стол. Для начала. Что такое? Не положилось, да? Нормально. Так, давайте ягодами подкрепимся. Сегодня на ягодах только. Так, берем сани. Должно быть 8. И остальные, по-моему, я... Заяц. Сюда, что ли, кинул? Ну-ка. Нет, они, значит, все здесь. Так, сколько? 7 получается. Еще одно где-то тут должно лежать. Я его пока не вижу. Вот оно. Так, отлично. Тут даже можно... Где тут? Да. Прямо отсюда положу стеночку-то. Да что ж ты сделаешь-то? Это обратно сел. О. Так, осталось 2 бревна, давайте их. Как сайгак тут прыгаю. Положим тоже. Там это, шкафы стоят же. Я вот думаю... Может их все-таки переделать? О, еще одно бревно. Так, а где они? Вот они. Под углом
Блин, будет не очень красиво, потому что изначально-то... Так. Иди сюда. Далековато получается, шкаф я засунул. Тоже далековато. Более-менее вроде. Ну-ка, иди сюда. Ну, вот, более-менее. Так, теперь из тебя. Нормально. Так, там где-то два бревна. Куда они улетели-то? Вниз, получается. Да не то, не то. Фонарик. Что? Я их не вижу. Где они? Бревна-то эти. Куда они делись? А, наверное, внизу. Вот здесь сейчас. Не, нету тоже. Тоже нету, блин. Это плохо. Так, знаете что? Еще давайте светильники добавим. Я хочу прям, чтобы света много было. Прямо вот здесь вот на входе. Парочку. Да, что ж ты. Так, и вот сюда вот еще. Не, он сейчас это туда в бревно уйдет, да, здесь-то вот. Отмена. Чуть-чуть нужно сюда наперед. Ну-ка. Пойдет. Все, отлично. Так, вот здесь нужно будет тоже добавить освещение. Наверное, ну-ка, выключи эту штуку. Хотя тут светло, в принципе, вот освещение идет отсюда. Но можно будет добавить прямо поверху. Наверное. А, тут же эти у меня освещают, тут же светильники стоят. Раз, два, вон там. Можно будет, в принципе... Вот здесь еще светильник поставить. Они у меня куда светят-то? Смотрят туда. Все, вон туда пускай. Здесь будет чуть посветлее. Почему такой кривой-то этот-то? Шкаф. Провалился вот этот один край. Ну-ка.
идет. Вот теперь он ровно стоит. Да. Так, тут у меня получается две люстры. Тут тоже нормально, а вот здесь... Это будет спальня. Это будет спальня. Здесь можно будет тоже дать, поставить светильники. Можно даже будет сделать... А может, не буду. Посмотрим. Так, ну что, ребята, на этом все. Сделал я все-таки то, что планировал. Расширил верхний этаж, верхнюю площадочку. Что будет, я пока не знаю здесь. Будет ли выше, может быть, как бы. Посмотрим. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, всем пока.